Здравствуйте! В эфире правовая программа «Дежурная часть». О работе окружной полиции расскажу вам я, Анастасия Стенина. Коротко о главных событиях. Состояние оперативной обстановки на территории округа, количество происшествий и информация по линии безопасности дорожного движения. На Ринмаре Росгвардия провела заседание Координационного совета по вопросам частной охранной деятельности. Полиция округа призывает граждан быть бдительными в период празднования новогодних и рождественских праздников. В преддверии новогодних праздников сотрудники полиции предупреждают об ответственности за незаконную вырубку лесов. И с 21 декабря во всех регионах страны стартовала благотворительная акция МВД России «Полицейский Дед Мороз». В период времени с 21 по 27 декабря на территории Ненецкого автономного округа зарегистрировано 134 сообщения о происшествиях. Из них 11 преступлений. 15 граждан привлечены к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. В сфере безопасности дорожного движения выявлено и пресечено 57 административных правонарушений. Произошло 10 дорожно-транспортных происшествий. С причинением вреда здоровью не допущено. Выявлен один водитель, управлявший транспортным средством в состоянии опьянения. Вынесено 11 постановлений о привлечении к административной ответственности в отношении граждан за непристегнутый ремень безопасности. Два факта управления транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством. И три факта оставления водителями в нарушение правил дорожного движения мест ДТП, участниками которых они являлись. Уважаемые жители округа, сообщайте о фактах нарушения правил дорожного движения в окружную полицию по телефонам 02 с мобильного 102 42126, а также на телефон доверия с абонентским номером 42152. 5, 6, 8 и 9 января 2021 года в отделе ГИБДД будет организована работа по приему граждан по вопросам совершения регистрационных действий с транспортными средствами, приема квалифицированных экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений. 27 декабря на площади поселка Искателей состоялся праздник «Как-то раз под Новый год». Охрану общественного порядка и общественной безопасности обеспечивали сотрудники Управления МВД России по Ненецкому автономному округу совместно с сотрудниками Управления Росгвардии. Нарушение общественного порядка не допущено. В Наринмаре Росгвардия провела заседание Координационного совета по вопросам частной охранной деятельности. В заседании Координационного совета основными вопросами стали подведение итогов работы за год и о принимаемых мерах по охране общественного порядка и общественной безопасности в период проведения новогодних праздников при содействии частных охранных организаций. По итогам работы совета приняты практические меры по совершенствованию данного направления деятельности. Полиция округа призывает граждан быть бдительными в период празднования новогодних и рождественских праздников. Уважаемые жители и гости Ненецкого автономного округа, на территории округа будут проведены праздничные новогодние мероприятия в усеченном режиме и согласно всем рекомендациям Роспотребнадзора на площади Марацей с часу до 3 ночи. В целях обеспечения общественного порядка и общественной безопасности в период подготовки и празднования Нового года и Рождества полицейские переведены на усиленный режим несения службы. Сотрудники полиции осуществляют дежурство и патрулирование улиц, площадей, мест с массовым пребыванием граждан. Во время проведения массовых мероприятий организуются контрольно-пропускные пункты. В места празднования запрещается проносить оружие, любые напитки в стеклянной таре и особенно проносить и распивать спиртные напитки. Распитие алкоголя в местах проведения торжественных мероприятий влечет за собой привлечение к административной ответственности. Полицейские призывают граждан неукоснительно соблюдать общественный порядок, быть аккуратными при использовании пиротехнических изделий и быть бдительными, обращать особое внимание на оставленные без присмотра сумки, пакеты, иные вещи. Обо всех нарушениях правопорядка необходимо незамедлительно информировать сотрудников полиции, либо звонить по телефону 02 с мобильного 102 или по телефону 42126, либо на телефон доверия 42152. В преддверии новогодних праздников сотрудники полиции предупреждают граждан об ответственности за незаконную рубку лесных насаждений без оформления разрешительных документов в зависимости от места расположения земель и их целевого назначения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Согласно статье 8.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3
до 4 тысяч рублей, на должностных лиц от 20 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц от 200 до 300 тысяч рублей. В соответствии со статьей 260 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. С 21 декабря во всех регионах страны стартовала благотворительная акция МВД России «Полицейский Дед Мороз». С наступающим Новым годом «Полицейский Дед Мороз» совместно с представителями Общественного совета и Ненецкой региональной общественной организации «Общество Динамо» поздравили воспитанников и коллектив Центра содействия семейному устройству «Наш дом», воспитателей и кадетов кадетского класса средней школы номер 4 города Нарьян-Мара, а также всех ребят образовательных учреждений, расположенных на территории Ненецкого автономного округа. Полицейский Дед Мороз поздравляет ребят с самым волшебным праздником и желает здоровья и добра, а также напоминает о правилах безопасного поведения как дома, так и на улице. С Новым годом, дорогие ребята! Наконец-то вас нашел по сугробам и по снегу. Дед Мороз вот к вам пришел. Принимайте поздравления от меня на этот год. Всех желаний исполнения. Пусть во всем вам повезет. Я желаю счастья вам, добра, теплоты, чтоб сбылись ваши мечты. Ну а чтоб мечты сбывались, вы должны слушать своих родителей, не совершать плохих поступков и правонарушений. А так как я не простой Дед Мороз, а полицейский, то хочу напомнить вам, ребята, о правилах поведения. Помните, что находиться на улице можно до 22 часов, а после 22 часов в сопровождении родителей. А какой же праздник без фейерверков и праздничных салютов? Пользоваться ими необходимо с особой осторожностью, под присмотром взрослого, чтобы избежать неприятных последствий, которые могут произойти с вами. В новогодние каникулы у вас появится много свободного времени, которое вы можете провести с пользой для себя, заниматься спортом или помогать своим мамам и папам. Не собираться в подъездах, магазинах, винных местах большими группами, так как можете помешать людям. Помните, что здоровье необходимо беречь с молоду, а алкоголь и сигареты негативно влияют на здоровье. Дорогие ребята, будьте здоровы! Пусть Новый год будет успешнее прежнего и принесет исполнение вашей мечты. Будьте счастливы! Дорогие ребята, не забывайте соблюдать правила дорожного движения и пользоваться светоотражателями. С Новым годом, дорогие ребята! Уважаемые жители Ненецкого автономного округа, дорогие коллеги, ветераны, представители Общественного совета, поздравляем всех с наступающим Новым годом. Пусть 2021 год войдет в ваш дом добром и любовью, оправдает все ваши сокровенные мечты и ожидания. Искренне желаем вам крепкого здоровья, поддержки верных друзей, внимания близких, самых лучших свершений и достижений в жизни. С Новым годом! Вы смотрели крайний выпуск программы «Дежурная часть» в этом году. Встретимся в новом 2021. Здоровья, добра и берегите себя!